И как раз сегодня в Карагандинской области сообщили об обнаружении серой майнинговой фермы. Обычные с виду контейнеры, где шла добыча криптовалюты, были набиты оборудованием почти на 6 миллионов долларов. 4 40-тонных контейнера разместили в специальной экономической зоне Сары-Аркам. Агентство по финмониторингу установило факт незаконной выдачи тех условий для подключения к электрическим сетям. В белые будки поместили почти 1200 единиц спецоборудования. Оценочная стоимость этого оснащения почти 6 миллионов долларов или 2,5 миллиарда тенге. Под следствие попал председатель правления экономической зоны Алнур Баймульдинов. Его теперь подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.